Ocean Lancer. Remaining. Вот и началась игра Team Tinker и Balkan Bears Corleone. Немножечко опоздали мы на начало пика, да как немножечко, охренеть как мы опоздали на начало пика, ну, конечно, не ваша в этом вина, а моя. Прошу прощения у всех. В любом случае, все увидели, времени еще предостаточно, тут, наверное, команда еще немного потупят у нас, пока всех заберут. На данный момент у Тимирина Тинкерина Бэтрайдер, Vengeful Spirit, Skyros Mag и Templar Assassin. Со стороны команды Balkan Bears Corleone, SF, Shaker, Dazzle и здравствуйте, добрый вечер, Phantom Lancer. Miracle на Phantom Lancer, я думаю, примерно так будет у нас игра протекать. Хотя, может, и Падри не отыграет. Посмотрим. Но в любом случае, Phantom Lancer вещь очень неприятная. Templar Assassin у нас для Team Tinker. Ну, думаю, это Койква, скорее всего, в миде. На данном персонаже будет отыгрываться. Ну, то, что в PL, скорее всего, контрит Templar Assassin, я в этом вообще не сомневаюсь. В бан у нас ушли также Slark еще в конце и Bristol Back. Ну, по последнему пику немного совсем времени осталось, поэтому... Может, даже и удачно, что мы именно так ворвались. Joined MLG Pro League. Первый сезон. Групповой этап европейского дивизиона. Группа А. На данном этапе Team Tinker находится на второй позиции. Balkan Bears Corleone тоже на второй позиции. У обеих команд по 7 поинтов, по 5 сыгранных матчей. Поэтому кто здесь как сыграет, от этого будет зависеть... Возможность выйти на первое место. На первом месте вообще сейчас Hellraisers. У них 8 очков. Ну, понимаете, прекрасно, кто-то из команд в любом случае при выигрыше двух матчей двигает у нас Hellraisers. Антимаг последним пиком для Team Tinker. Black, скорее всего, опять будет играть на данном персонаже. Ну и Spirit Breaker last пиком для команды BBC. Massacre. Забирает у нас Spirit Breaker, Падриньо будет играть на Phantom Lancer, Леви играет на Дазли, и обзор на Шейкере, и Miracle играет на SF. Вместо Падриньо, буквально, по-моему, вчера, да, у нас отыгрывал W33 за Balkan Bears Corleone, и там бедные соперники. По-моему, Power Rangers там очень сильно наклонил данный парень, кажется... ПР и рассыпались одну секундочку, чтоб не забыть. Так много этих турниров, так много всего у нас происходит. Так, MLG Pro League, Power Rangers. Да, Power Rangers играли против команды Balkan Bears Corleone. И там W33 на Мипо первую игру адски разорвал ПРов. Правда, во второй собрались, смогли ответить. Ну что? Теперь по пикам. Давайте по персонажам сразу же разберемся, кто на ком играет. Падриньо играет на Phantom Lancer, Massacre на Spirit Breaker. Miracle отправляется в мид на SF. И обзор на Шейкере, и Леви будет у нас играть на Дазле. Pink Panda играет на Vengeful Spirit. Койква в миде на Templar Assassin, Пайла и Дайна Скарас Маги, Флоу на Бэтрайдере и... Антимаг для Блэка. Еще один антимаг для Блэка. Этот антимаг вот-вот наказал у нас Hellraisers за не самый удачный пик и не самую удачную реализацию во второй игре. Только-только закончился матч со счетом 1-1 между Team Tinker и Hellraisers. Койква на мид против SF. И, кстати, SF без руны вообще у нас остается. Miracle... Нулевой туда идет, а у Койквы уже половина первого левела имеется. Но со стороны команды Balkan Bears Corleone есть кому забирать руну Баунти на первом левеле. Это, конечно же, Phantom Lancer, и лучше ему бы выфармить, чем SF. У SF парень крутой, но будет ли SF решать на 50-52 минуте, там, до 60-й, вряд ли. Мне кажется, Miracle
точно так же, как обычно и бывает, пойдет у нас в Йоул, пойдет у нас в Дагер. Мека, наверное, с мида вывезется. Понятно, не самый серьезный убийца. First Blood на нижнем лайне. Очень быстро разобрались. Разобрали у нас Дазла. Еще и настреляли нереально сильно на Падриньо. Три стака на нем. Ну, развалился Дазл так быстро, что я не успел переключиться. Перематывать не будем. Ну, собственно, ничего там особенного произойти не могло. Грейва не было. Через Shadow Wave сильно себя не похилишь, когда сразу три парня тебя накаляют. Масакари стоит против Блэка. Тут, понятное дело, Пайлайдай помогает. После ганка на нижнем лайне перемещается вниз. Пошел Масакари Блэку наваливать. Голубей сразу же от Пайлайдая получил и успокоился. Койква в миде против Миракла. У Миракла 4 на 1, у Койквы 5 на 2. Ну, тут Миракл должен перефармливать у нас Темпларку. Все-таки Койлы. Все это хорошо и удачно. Тем более, опять же, не стоит забывать, что СФ у нас со стороны Radiant. А здесь вот эти, если бы, конечно, не големы. И вот эти крипы по КД у нас отходят для СФа. Кто вообще спаунами занимается? Откуда здесь два спауна? Кто у нас по лесу бегал? Ну, скорее всего, и обзор этим и занимается. Флоу решил забрать своих, чужих, всех по чуть-чуть решил позабирать. Улетает отсюда Флоу. Будет ли фиссура? Нет, Шейкер фиссуру не решился давать. Койква уже с ботлом, у Койквы все хорошо. Летит ли ботл для СФа? Да, есть. Ботл для Shadow Fiend'а. У Масакри стаут-шилд на подхил. Ерунда всякая. У антимага стаут-шилд. Ну и, в общем-то, тоже ничего особенного. Ну, Плэк в прошлой игре минуте на 13-й собрал Battle Fury. Я думаю, здесь ситуация примерно такая же будет. По ХП проседает Лансер. И тут бы действительно Дазл не помешал на подхил, на подсейв. Но крипы ушли у нас на Т1 команды Team Tinker. И Падриньо вынужден в соло справляться здесь с крипами. Ну, Блэк даже в начале игры показывает, что готов. Готов драться, готов фармить гораздо больше, чем тот же Фантом Лансер, чем, разумеется, Спиритбрейкер на миде. Ой, на миде, на сложной. Масакари пока 5 на 0, у Блэка 11 на 3. Это при том, что не особенно у нас Масакари напрягали. Только сейчас Пайлайдай пришел, а на первых этапах он занимался у нас совсем другими вещами. Занимался он забором Дазла на первой минуте игры. Пустой ботл у нас в курьере. Миракл похилился и отдал. Начинает сражаться с Койквой. Койква вообще не реагирует у нас на Миракла. Что тут по рефракшену? Спадает рефракшен. Можно теперь подраться. Есть уже три койла. Правда, маны хватит только на два, но все равно лучше бы прохарасить, чем не прохарасить. С другой стороны, здесь банка регена, и это должен понимать у нас СФ. Да, у Койквы все складывается великолепно. Ну, Миракла дело фармить крипов. Потом уже будет разговор с Темплар Ассасин и со всеми остальными по всей карте. У Блэка 1200 на руках. Блэк ни на что деньги не тратит. Ну, здесь нужно понятно, что Ring of Hells. Блэк даже не отвлекается у нас на поход в Secret Shop. Блэк очень усердно занят фармом крипов. Ну, а что еще делать Блэку? Это его основная работа. Зачем, спрашивается, из Вичи его забирали, если бы он еще и не фармил? Койква на миде против Миракла. Выходит, выходит, выходит. Мелт есть под молдом. Один раз ударил Миракла. Миракл очень сильно получает по ХП. Ну, здесь в это время у нас разобрали Масакари. Куда Масакари? Да Масакари никуда и не отправился. Просто пришла Венга, дала стан в лицо Масакари. Он развалился. 2-0. Team Tinker активно себя ведут на всех лайнах. И за это, собственно, получают такие плюсы. По голде уже должны выйти вперед. Так и есть 1000 с лишним. По экспириенсу менее 500. Что в этом хорошего для команды BBC? Вот что в этом хорошего. Падриньо у нас в соло пока что фармит на нижнем лайне. На фрифарме оставляют Лансера. Миракл продолжает сражаться. 21 на 3 у Т1.
Темпларке 20-6. Ну, еще и неплохо Меркл себя чувствует. Масакари тоже на место не стал. Один раз слился, может дальше продолжать биться. Ну, Масакари не боится в соло Блэка. Поначалу, конечно, Блэк не сильный соперник для Спирит Брейкера. По ХП все здесь хорошо. У Блэка всего 750. Хотя у Блэка, кстати, классно все по ХП. Так еще бы у Блэка плохо было по ХП. Гляньте на скиллбилд Блэка. Всего лишь в один вкачан блинк, в один вкачан манабрейк. А все остальное в плюсы, ну, теперь понятно. У Блэка все хорошо. Блэйк заряжен на фарм. Дэмэджа 76. Крипов бьет очень хорошо. Спирит Брейкер, который должен вроде по всем параметрам опережать у нас антимага на ранних левелах, ничего подобного не имеет. К тому же еще и ману постоянно Блэк подрезает Масакари. Масакари даже убежать отсюда не может. Стан ловит у нас Масакари, но под грейвом драться нет смысла. Команде Team Tinker. А где Флоу? В лесу у нас Бэтрайдер проседает по ХП. Блэк продолжает дальше фармить. На мид пришел и обзор. Стараться цеплять темплар, получится ли. Рефракшн уже третьего левела. Чем эти пять ударов делать, толком непонятно. Чем контрить Мираклу и чем контрить и обзору, так тем более у нас темпларку, тоже мне не ясно. Ну вот главный, в принципе, контрпик Темплар Ассасин. Я думаю, что именно Фантом Лансер у нас и будет отвечать за сбитие рефракшена. За счет огромного количества иллюзий. Но пока что у нас под линию никуда не направляется. Просто стоит на фрифарме. И обзор второй левел на седьмой минуте. У СФ практически седьмой левел. Спирит Брейкер забирает у нас кого? Бэтрайдера? Каким вообще образом? Где? Спирит Брейкер у нас побежал так далеко. В принципе, можем, я думаю, посмотреть. Давайте глянем, где у нас Масакари. Откуда вообще, кстати, Вижен? Я так и не понял. Врывается у нас на Флоу. Флоу развалил и развалил, к тому же, Венжа Фулл Спирит. Даблкил от Масакари. Всего натерпелся на своем лайне. И боли, и унижения, и отсутствие фарма. Здесь теперь по золоту кое-что себе насуетил. Давайте глянем на Net Wars. Первое место. Black 3700. На втором месте Падриньо на нижнем лайне. На третьем практически так же, как Падриньо, идет у нас Койква. Ну и дальше уже Miracle Touch. В принципе, тройка игроков Lancer, SF и Templar Assassin относительно одинаково идут. Седьмая минута. 31 секунда у Флоу появляется Dagger. Веселая жизнь для команды BBC уже официально начата. Кто взял первую? Да никто не взял первую, ребят. Только-только. Опоздание просто было, потому что только начали играть первую катку. Опоздание было, потому что затянулась игра между Hellraisers и Team Tinker. Караж 228, отличный ответ. Масакари у нас умудрился еще поучаствовать в одном файте. Ну, пока, по-моему, реализация очень крутая Спирит Брейкера. Конечно, не он здесь никого не забрал. Но то, что поучаствовал и заслоуил, застопил, это без вопросов. Спирит Брейкер 7 левела. На 9 минуте 7 левел и сложный. 20 крипов, 2 килла. Все у Спирит Брейкера хорошо. По золоту, конечно, он не сильно поднялся, но при этом левел необходимый вынес. Плюс, опять же, Незер Страйк здесь имеется. Падриньо будет у нас здесь забирать Т1. Но здесь есть кому мешать. Пятый левел у Скайрос Мага не выходит из инвиза у нас. Пайлай Дай. Теперь уже понятно, что есть смысл выйти. Засловили у нас Падриньо. И кого теперь хватать, Флоу? Кого хватать, вообще непонятно. Куча, огромнейшая куча иллюзий. Ну, прыгают на Падриньо. Лассо. А Лассо, в принципе, проюзано уже было. Пинг Панда, Флоу, все бьют у нас Падриньо. Развалили Скайрос Мага. Падриньо продолжает уходить. Три стака на нем. Есть ли бочка? Нет, Флеймбрейк не качал вообще у нас. Бэтрайдер в итоге забрали одного Скайрос Мага.
Подрине имеется Vitality Booster, Стаутшилд уже готовится. Ну, первым артефактом решил собрать Vanguard. Подрине даже как-то удивительно на лансере это наблюдать. Ну, в принципе, здесь много дэмджа, может быть, не лишено это смысла. Ну, чтобы не рассыпаться так быстро от одного несчастного лассо. Там свое-то, свои артефакты лансер вынесет, это даже не обсуждается, это 100% будет. У Блэка 900 на руках, все это после персеверанса. Тут Блэк немножко по фарму, кстати, уступает прошлой игре. Там на 13-й минуте с тем же запаком уже появился Battle Fury. Масакари забирает еще один фраг. Скайрос Мак опять отправляется в таверну. Будет ли уход? Да, наверное, будет. Нет, Масакари каким-то вообще... Почему, кстати, так случилось? Чем сбили? Я не понял толком. Свапа нет. Стан давно был проюзан. Странно как-то. Масакари у нас умирает. ТП ему сбили. Я, честно говоря, даже не сообразил, чем это случилось. Флеймбрейка тоже нет. Ладно, возможно, лишнего сам себе Масакари позволил. Миракл против Койквы. Начинает на миде сражаться. Ну, очень сильно проседает по ХП у нас Миракл. Ульта под ноги Койквы. Моментально развалился. SF Killing Spree. Миракл нормально настрелял. Практически сбил рефракшн. А там уже через ульту, через ранний юл... Койква рассыпался. 0-1-1. 1900 на руках у Темпларки. Фазов нет, пошла в Power Threads. Видимо, готовится выход в Dagger, если деньги ни на что у нас мидер ТТ не тратит. У Блэка уже практически 2000 на руках. Осталось еще чуть более 600 до Battle Fury. Ну, может, где-то к минуте 13 и будет. Посмотрим. В принципе, еще один спаун есть. Можно даже попытаться сделать дабл стак. Ну, наверное, Блэк именно этим и займется. Хотя здесь ринжевые крипы получится ли? Нет, Блэк решает никаких стаков не делать. Нечего вообще мудрить. Просто идет и бьет. 12 минут сыграно. 2000 по золоту BBC практически и практически 2000 по экспириенсу все те же BBC. И это немного удивительно. Все-таки 7 фрагов разница. 2000 ли это вообще? Полторы даже. Теперь действительно можно сказать, что ближе к полутора. 7 фрагов разницы и... Team Tinker хорошо себя чувствует, нормально держится. На первом месте Miracle по фарму. На втором у нас Black. 6400 не сильно Miracle уступает. Подринина на третьем, ну и на четвертом Койква. Относительно ровно идут, видите, что через одного с небольшим разрывом, в общем-то, по фарму близко. Обе команды получше себя чувствуют BBC. И даже как-то удивительно, честно говоря, не понимаю, почему при 7 фрагах, при перефарме, а здесь на каждого игрока есть игрок получше со стороны команды Balkan Berskaleon, на каждого игрока Team Tinker такой незначительный перефарм. У Блэка 2400 на руках. 200 остается до Battle Fury. Ну все, один несчастный клик, крип для антимага и 13 с лишним минут появляется Battle Fury. ТТ пока что терпит. 10-3. Масакари отыгрывает классно. Масакари получается большинство из того, что он задумал. 3-2-1. Крутая статистика для Offlane Spirit Breaker. Вообще все хорошо. И даблкиллы были на его счету, и... Удачные врывы, ну, конечно, и смерти были, но что за оффлейнер без смертей? Фантом Лансер отправляется у нас на топ, прилетает. Тем временем Battle Fury для антимага. Блэк уходит на мид. Кто будет дефать Т1? И будет ли вообще? Пайлайдай стакает. Это, скорее всего, для Койквы. Хотя и Блэк, в принципе, может. Но Блэк без Владмера тут аттеншентов должен посыпаться. Ну, с другой стороны, почему на пару вообще не зафармить? Никто никому не мешает. Флоу готов уже врываться. Есть даггер. Лассо давным-давно откедешилось. Миракл у нас. Думал разультиться. Не тут-то было. Поймали Миракла. Сразу же эхо-слэм от обзора по голове. Разорвали на куски Бэтрайдера. Миракл на лоу хп, но живет и готов драться. Отпивается банкой. Ну, разобрали Бэтрайдера, разобрали здесь Скайрос Мага.
Где антимаг? Антимаг на топе. Не хочет вообще участвовать в файтах. Миракл пошел за антимагом, как я понимаю. Requiem of Soul не дали проюзать. Может быть, теперь на Блэке проюзает. Миракл под смоком бежит за антимагом. Но Блэк относительно далеко, уже не зацепить. Падриньо забирает Тауэр. Падриньо начинает постепенно вырисовываться. Diffusal Blade. У обзора совсем немного до даггера. Крутой эхослэм был здесь. Хватило с головой у нас бетрайдеру данного эхослэма. Кое-какой даггер есть. Огр Клаб. Выход в Блэкинг Бар. Ульта в одного Скайрос Мага. Зачем выкупается Скайрос Маг? Ну, наверное, для файта. Решили подраться. Заэвейдил у нас через Доппельгангер. Подринье все, что необходимо. И можно идти, в принципе, на Рошана. Все для этого есть. А еще и мультиспауны решили пофармить. С Дазлом, в принципе, почему бы не нафармить. Все, что нажито, не посильным трудом. Все, что так усердно стакал у нас Скайрос Маг. Скайрос Маг, бедняга, вообще по золоту просел. Пайлайдай умер и выкупился. И нафиг бы оно вообще ему нужно было. Ну, видимо, нужно было. Разваливают здесь Рошана потихонечку под ультой Дазла. В общем-то, не сильно по ХП проседает. Опять же, Лансер все время на подхиле. Иллюзии есть, правда, иллюзии очень быстро сыпятся. Ну что, команда Тинкер готова, я думаю, подраться. Здесь три игрока BBC. Венга крикнула, просветила. Отходит отсюда за слово или под Риньо. Будет ли врыв? Бэтрайдер уже боится врываться. Прошлый раз ворвался от Эхо Слэм, получил от Ябзора. Моментально рассыпался. Койква у нас стоит под станом. Массакри врывается в толпу. Сюда же Миракл. Миракла 28 секунд еще до Requiem of Soul. Развалили у нас Бэтрайдера. Пошла дальше погоня. Пинг Панда на лу хп рассыпается. 2 в 0. 15-3 BBC. BBC тащит, и все у BBC хорошо. У Шейкера появляется даггер. Что у нас по саппортам команды Тинкер? Vengeful Spirit никак не насобирает себе на медальон. У Пайлайдая просто нищенство полнейшее. Соцспособие, и все это еще и плохо работает. У антимага зато за всех. Блэк насобирал, так насобирал. Battle Fury есть, есть также Владимир, еще и 1300. Ну, Блэк уйдет у нас в глубокий фарм. Я думаю, в файтах мы его не увидим. Рошан у нас отошел, по-моему, SCF-у. Да. Миркель с Аегисом. Ultimate Orb имеется. Немножко по золоту сверху капнуло. Куда это, собственно, Ultimate Orb? Я думаю, SF у нас выйдет в скаде. Тем более, что дают фармить Мирклу. Он держится топ-2 стабильно. Побежал у нас Массакари. По-моему, приплыл Флоу, да, врываются Флоу, ульта опять же от Массакари, разорвали очень быстро. Unstoppable для SF. Чем дальше антимаг будет отвечать, непонятно. Я думаю, в соло, конечно, антимаг одинаково нафармленный разбирает у нас SF, но скоро ведь такими темпами вся команда BBC будет себя круто чувствовать. И обзор не жалеет. Эхослэм в одну вингу, разбили лицо винге, подрались 2 в 0, 17-3. Пайлайдай уже просто не знает, что делать. Здесь за деревом прячется. Вообще у Пайлайдая беда полнейшая. 0-5 идет. По золоту ничего нет. По вещам веточка. Да, это, конечно, залог успеха. Но с этой вет... Ну, для меня Пайлайдай это просто раз... собственно, образцовый Скайрос Маг. Конкретно сейчас ситуация, которая на карте происходит, для меня Скайрос Маг это вот то, что вы видите. Это 0-5, это отсутствие каких-то артефактов, это... Раскаст и смерть. Раскастовался, точнее, убил, не убил, неизвестно, но то, что умер, это 100%. У SF есть и ул, есть даггер. Еще 1500 после Ultimate Orb. Miracle превосходно себя чувствует на втором месте по фарму. На первом Блэк. У Блэка уже появляется Яша. Готовится выход в Манта Стайл. У Флоу достаточно далеко при таком фарме до Форстафа. Вот теперь переключаемся на Фантом Лансера. Имеется Diffusal Blade, и это уже очень плохо для Скайрос Мага, это очень плохо для Vengeful Spirit. Они, бедняги, терпеть будут по полной.
Но Масакари классно отыгрывает. Просто серьезно очень хорошо отыгрывает. 4-2-3 счет у него. По крипам не так много, но то, что он абсолютный дисбаланс вносит в ряды команды Team Tinker, это 100%. Постоянно врывается, вообще никого и ничего не жалеет. И начинает он прямо с себя. Себя так точно. У нас Масакари не жалеет. И драки, в общем-то, за счет, ну, в какой-то степени за счет него так удачно для BBC и складываются. 17-3, 20 минут позади. По золоту. 7,5 BBC. По экспириенсу 5 с лишним тоже Балкан Бирс Корлеоне. Миркл уже заходит на хайграунд. Есть Аегис, можно его разменивать. В Линген сферу пошел у нас СФ. Никакой АФ скади сейчас не появится. Возможно, попозже. СФ хочет у нас играть сейвова. А драться будет здесь, в принципе, есть кому. И под Ринни, и Масакари все могут драться. Пошло одно копье в спину Пайлайдаю. И бедняга Пайлайдай с половиной хп еле-еле отсюда убегает. У Миркла еще много времени будет Аегис. Можно драться. Драку точно будет. Сейчас срочно не пропадет. Где Блэк в это время? Блэк в это время разменивается сторонами. Блэк быстрее, чем это делает команда BBC. Сориентировался. Ворвались у нас под Ринни. Мистик Флэр под ноги. Ну, здесь через Доппельгангер все заивейдили. Бэтрайдера разорвали. Пинг-панда уходит битый, но живой. А Блэк в это время пилит бараки. Блэк в это время сносит милишный барак. Сюда 2 ТП. Успеет ли Блэк заюзать? Не заюзать, точнее, а добить барак? Нет, барак не успевает добить, но Блэк нормально повел себя в данной ситуации. 2500 на руках у Блэка. Бежит на него Масакари. Ну, ТП аут должен успевать делать. Нет, фиссура избили у нас ТП Блэку. Я думаю, сейчас Масакари прибежит прямиком в ад. Ульты нету. Блэк в соло у нас Масакари разбирает. И вместе с Шейкером тоже, наверное, не вопрос. Ну, уходит в итоге Блэк. В итоге нормально прохарасили барак. Что здесь? Здесь упал барак. Здесь были вчетвером, даже впятером. Все стянулись, били-били. И кое-как заковыряли тавер. Ну, Блэк своими силами разнес половину стороны уже для команды BBC. Скайрос Мага, та же ситуация. Все то же самое. Полное убожество и нищенство. У антимага наоборот. Антимаг у нас пимп, серьезно. У него розовая шуба, у него меховая шапка. Он тут, в принципе, всем заправляет. У Блэка все хорошо. Мандастайл появился. Осталось собирать какой-нибудь Абиссал Блейд. И, я думаю, скорее всего, Тараску не помешало бы при количестве дэмэджа. Ну и тогда уже нормально на равных можно будет разговаривать с СФом еще и в связке с Фантом Лансером. Койква и Блэк во вражеском лесу пошли на Т2. Осмелела команда Тинкер. 18-3 они проигрывают. Они проигрывают по золоту, до хрена в принципе, 10 тысяч. Они проигрывают по экспириенсу более 5. Не боятся драться, не боятся делать какие-то отчаянные шаги. А почему бы нет? Собственно, это Дота. Тут все можно. Все, что правилами не запрещено, все можно. А правил в Доте вообще никаких. Все, что правилами запрещено, то в игре уже не существует. Падриньо начинает пилить у нас тавер. С крипами вместе. В это время Блэк отправляется на топ-лайн. Блэк у нас донесет, скорее всего, в соло барак. Будет ли лететь сюда кто-то из команды? У СФа нет ПТ. У Меркля нет ПТ. Тут надо драться и сносить быстрее, чем это сделает Блэк. Койква бегает под Блэк Кингбара. Пытаются его засловить. В это время Блэк спилил бараку. Возвращается на свой... на свой хайграунд. Блэка сразу же вгрызаются. 1700. Ну, Блэка разобрали. Разобрали Блэка. Байбек у него имеется. Будет ли он выкупаться? Койква пока еще живой. Блэк потом будет поздно выкупаться и будет бессмысленно. Трипл килл у нас от Падриньо. Падает. Ну, это полнейший тимвайп. Тут все понятно. Левинул у ХП, но жив. Пятером живы игроки команды BBC. И
минус 5 с их стороны. ГГ пишет Блэк. Поигрался немножко у нас в сплит-пуш. Поигрался немножко в размены сторонами. Все-таки в соло против круто нафармленного Миракла на SF и круто расфармленного под Ринью на... на чем? На чем он сыграл? На том лансере, конечно же. Соло Блэку не вывести. Ну что, поздравляем с первой победой команду BBC. Наказали они тинкеров. Блэка можно контрить. Блэка можно контрить на антимаге тем более. Вы прекрасно все это видели. Сколько бы Блэк не фармил, в общем-то, это не One Man Army. Тут сильно не справишься. Ладно, переключаемся на следующий матч. Пока немного заставки, немного музыки. Пока команды пересоздадут лобби. Не забывайте нажимать follow на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Что-то у нас с количеством немного подсыпалось. Зовите друзей. В принципе, пора возвращаться на нужные обороты. По качеству вопрос решится, думаю, в течение нескольких дней. Напряжем Twitch, что-то они там намудрили, разберемся. Ладно, все, услышимся через несколько минут, пока не переключаемся.